Это очко. Кому? Тебе. Мне? Ну, Никите забил, да? 4-4. То есть, погоди, кто выигрывал? Я выиграл 4-3. Так, 5-3 давай. Ты. 5-3 ты выигрываешь, давай, Ян. 5-4. Ты просто не научился еще подавать хорошо. Пять. Или... Да. Семь, шесть. Так, Никит, какой счет? 7-6. Никита выигрывает. 7-7. У вас тоже очень равная игра. Во. Ян, так, кстати, тебе на заметку так нельзя подавать. 8-7. 8-8. Ян, успокойся. Девять. Никит, какой девять там? 9-8. Девять. У вас очень ровно, очень ровно. 10. Ну давайте поменяйте. 10-9. Ого. Не трогай. 10-10. Вообще заступать можно. Там линии нету. Но сетку нельзя трогать. Если сетку бы коснулся, тогда очко. 10-10. Ян, не надо в чужое поле заходить вообще. 11-10, Ян. Отлично. Ну, я понял так. 11-10, Ян. Двенадцать, 10, Ян. 12-11, Ян. Поля. 13-11, Ян. Ну, Ян, видишь, разогрелся. Ты-то тоже разогрет был уже. Очко. 14-11, Ян. Молодец. Тупли пояс. Аут. 14-12, Ян. 14-13, Ян. Ой, 15-12, Ян. 15-13. Ну, все равно ты забил, Никит. Ян, нельзя, подавать надо ниже пояса. Да, ну, так можно. Вот так нельзя. А так можно. Давай, Никит, давай. Какой? 15-12, да? Давай. Шестнадцать, 12, Ян. А? 16-13, Ян, да. 17-13, Ян. Никит, сильнее. Ты же с Владом хорошо играл сейчас. 17-13. 17-14. О! О! 17-15. 17-15.
17, опа, 18-15. Никита, не нервничаем. 18-15. Главное спокойствие. О, я спокоен. 18-15. 19-15. Что же ждет нас дальше? 19-15. Опа, опа. Поля. Ну как же Яну партит-то, а? 20-15, последнее очко, матчбол. Ага, 19-15. 20, ой, все, 21-15. Все, вы бегите переодеваться, там футзал.